Плиточка к плиточке. Рабочие укладывают тротуар вдоль Игнатьевского шоссе. По одной стороне процесс уже завершили, по второй остались последние штрихи. Сегодня благоустраивали переход, укладывали тактильные элементы для инвалидов. А пешеходы тем временем уже оценили чистоту нового пути. Нина, это вообще отлично. По сравнению с тем, что вот там мы сейчас прошли, там полностью грязь, вон у меня все ботинки в грязи. Это вообще классно. А в сторону Дьяченко работа только началась. Вскрывают старый асфальт. Под проезжей частью проложат ливневую канализацию, дождеприемные трубы и новинку для Преамурья – специальную дренажную систему. Ее перфорированные рукава уже растянулись по двум участкам перекрестка. Тут укладываться будет дренажная система. Она будет собирать воду, которая будет попадать с тротуара на зеленую часть и из зеленки будет уходить под полотно. Зимой за счет того, что по физике вода расширяется, она начинает разрушение асфальта. Здесь этого происходить не должно. Укрывать трубы будет настоящий пирог из песчано-гравийной смеси разного размера. В высоту такая подушка составит больше 70 сантиметров. Поверх уложат асфальт в два слоя. Появится новое покрытие и на перекрестке Игнатьевское шоссе Дьяченко. Ну, конечно, когда асфальт лучше, все равно приятнее же. Когда мы же жили раньше, господи, вообще же асфальта не было никакого, господи. Я, знаете, я 50 лет отшоферил, и раньше шофер, раньше, когда я молодой был, шоферил, асфальтированных дорог не было, все были гравийные, господи, пылище. Терпеть пыль в этом районе горожанам осталось недолго. По планам дорожников, работы здесь закончатся раньше срока, примерно к началу октября. Юлия Мишурнова, Михаил Величкин, программа «Город».